18 августа в сети интернет распространилось видео пожара в Яшнаабадском районе, в результате которого огнем было повреждено помещение парфюмерного магазина и прилегающих к нему офисных помещений. По сообщению, поступившему в дежурную часть, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате изучения записи с камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний Нуридин. В ту ночь мужчина приехал к магазину на велосипеде. Он был в маске и кепке. Разбив стеклянную входную дверь, он закинул в помещение бутылки с воспламеняющейся жидкостью, совершил поджог и скрылся. Несколько дней высматривал данный магазин, наблюдал за посетителями. Они мне не понравились. В один из дней я приехал ночью, с собой привез бензин. Я хотел просто проучить хозяина магазина. Я не знал, что в помещении находится парфюмерная продукция. Не ожидал, что произойдет крупный пожар. Была проведена судебная пожарно-техническая экспертиза. Размер нанесенного материального ущерба составил около 4 миллиардов сумов. В настоящий момент следственные мероприятия продолжаются. Объявленный в розыск Нуридин был задержан на территории Кашкадаринской области. Мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Республики Узбекистан.